Нам выжить в этой войне, нам надо какие-то заготовки сделать. Вот давайте мы будем поедем на поля, на совхозные, где собрали капусту, уже остались листья там, знаешь, вот капусты, кочерышки там. И вот они вместе с ее дочкой Зиной, Зина это моя сестра, поехали собирать эту капусту. И вот они ездили туда 3 раза. Насолили вот такую бочку здоровую, высокую, из этих листов, из зеленых капусты. Вот. И это нам помогло пережить первую блокаду. Вот когда давали, стали вот столько хлеба, и еще вот эта вот капуста, и варили щи с ней. Это, во-первых, и витамины, во-вторых, это калории тоже. Война начиналась в сентябре, это в июне, да, 22 июля немец объявил войну, и как раз подходила зима. Он сразу так быстро пройти не мог, но вот в сентябре уже, наверное, там, к Ленинграду подошел и уже окружил Ленинград. И продовольствия никакого не поступало, ни с полей со своими, совхозы не могли тоже поставлять, и колхозы, не важно. Вот одним словом, есть было нечего. И он, разведка немецкая доложила, что вот там-то бомбить. Есть это самый большой очень склад. И они бомбили день и ночь этот склад. И он горел, горел. Это было рядом с домом. Они себя бомбили, обстреливали из пушек, и самолеты бомбили. Вот. И поэтому, значит, это еще усложнило это положение. А потом люди голодные все думают, что же делать? Да. И когда это разбомбили все, то сахар этот высыпался в землю. И горело. И горел. И люди стали ехать туда, взять, брали ведра, насыпали с землей сахара этого туда, воды наливали. И получилась сладкая водичка была. Сахар когда очень много. Было очень холодно, топить нечем было. И дедушка, у нас такая была печка круглая у них была, которая топили печку дровами. У нас сарай был, в сарае были дрова. Так, дрова там вначале у нас были, конечно. А потом кончились. Вот. И когда печку стопишь, то вообще холодно в квартире. Я за печку за это садился и грелся щекой к печке. Мама говорит, Витя, иди погуляй. Я говорю, я не могу, мне холодно. Ты говорила, что они даже животных ели своих. Но это не они ели, а люди животных, другие. Это вот другие. Где мы хоть на окраине жили, у нас хоть какая-то зелень была, понимаешь, рядом с парка там мы собирали. А что, какую зелень? Крапиву. Там, крапиву, ну, как, летом можно было найти пропитание, понимаешь. Сныть, наверное. А зимой было трудно, особенно в начале зимы, мы еще не были не подготовлены и не знали, как перезимовать. Да. А за водой еще ходить надо было, воды ж не было. А за водой, значит, как? Во-первых, вода, вот дом стоит трехэтажный, и ни у кого воды не было. А вода была только в помещении, там небольшая пристроечка, которая считалась как прачечная, там как будто как ландри. И вот в этой ландри была вода. А, у вас, в принципе, да, но хорошо. Поскольку зима была очень холодная, то сказали, воду не закрывать, иначе кран замерзает, и вы будете без воды. Ничего себе. И она все время шла. И в результате приходит, каждый берет воды и капает, капает. И наросла такая большая гора. Худой стал, дистрофик такой худой. Вот. Меня мать положила в больницу. Вот, там работала. Которой она работала. И вот, ну, диагноз был такой, что чесотка. Вроде бы я чесался. На самом деле я не чесался, но меня вот этим самым, как бы кормить, смазывали все в спину, и я там, в общем, устанавливался. Там меня подкармливали. Там давали витамины, шиповник, это я помню, на сахаре. Было очень сладкое. Ну и таким образом я за блокаду Ленинграда 3 раза лежал в больнице. Откуда вы получали хлеб? Что? Мне хлеб давали. В магазине.
магазине, по карточкам был бумажка. В магазине было, да, карточки такие. А, давали карточки, талончики такие, талончики. Не по деньгам. И, значит, талончик, на каждом талончике, на каждый день свой талончик. Дата стояла. И сколько там это, и для чего? Хлеб или продукты. Вот. Приходишь в магазин, она отрывает тебе талончик, отрезает, например, хлеб, взвешивает, не хватает. Еще отрезала, добавила кусочек. Вот. И все отдает тебе. Ага, давай взвесим вот это, 125 же там, помнишь? Да. Давай. Там еще вот это 25 еще. Да. А я вообще голодный был. Да. Да, сейчас мы покажем, сколько будет 125. А потом можно будет поесть. Ну, вообще-то это, я думал, что меньше, честно. А что-то тут, подожди, оно вообще-то сбилось, ну, как-то. А. На ноль поставь. Так вот. А, нет, клади, уже, Коля. Да. 25 еще. А, вот, 25. Вот, почти. Да. Вот еще. Ну, о, ровно получилось. Почти. Да. Вот столько давали. Да, и потом, что дедушка рассказывал, что он разрезал он, да? А, ну, значит, вот когда вот по такому кусочку мы каждый присест кушали, и, значит, я вот этот, ну, немножко побольше кусочек. Я съел этот пол кусочка, а остальной кусочек положил в сторону. Я был очень напуган, что кто-нибудь из членов нашей семьи помрет от голода, понимаешь? А я же маленький, мне много не надо, а делят на всех одинаково, понимаешь? Я говорю, я это не буду есть. Мать говорит, почему не будешь? Это я к завтраму оставляю. Да. Она меня в бомбежке. Значит, и очень часто, и мы к этому сначала мы прятались, выходили, а потом перестали прятаться и вообще даже не вставали со своей кровати. Вот. Но когда мы просыпались ночью, вернее, утром просыпались, то смотрим, перед окном масса народу, и они что-то копают, такая воронка большая, они копают, копают. Оказывается, бомба попала в водопровод. А вот такая труба здоровая, водопроводная, она идет на большой район это самое, для обеспечения воды. Вот. И они срочно ремонтировали это самое, чтобы подачу, возобновить подачу воды. Потом, и после вот этой попадания вот этой самой прямо у нас под домом, рама на лестнице у нас, рама целиком выскочила. Такое было сотрясение. Потом, после следующей бомбежки у нас над моей кроватью, вот уголок того самого потолочка обвалился прямо на подушку. Такой тяжелый. Знаешь, такие вот. А тебя не было? А тебя не было? Лепные потолки не были, да. Ага. Что упало? Потолок лепной. Ну, лепной, налеплен. Такой из глины был сделан. Гипсовый или какой-то. Гипсовый. Такой тяжелый, чтобы это точно бы раздавило. Бабушка молилась, поэтому все. Вот. И, ну, в общем, потом, значит, я рядом соседний дом 9. Я и приятель там, Кудрявцев Василий жил. Вот. И я, значит, приехал на самокате к нему. И вот на площадке перед его окном катались мы с ним. Катались. На следующий день прихожу, воронище такая на этом месте. От, понимаешь, бомбы, Коля, это, да, упала бомба туда. И вот я говорю, что наши дома просто чудом сохранились, потому что это была церковь обиженная коммунистами, и поэтому она нас сохраняла. Да, а дома вокруг церкви были. Да. А дом номер 2, туда дальше к магазину, с левой стороны у речки, так его, значит, один снаряд крышу сбил и в речку попал. Ну, крыша сорвана. Угу. Второй снаряд по стене, вот так вот. Ага. Стена вот боковая. Так он ее вот так вот прошил. Ничего себе.
Понимаешь? А, да, можно сказать, как кот тебя поцарапал. А сам в дом не попал, и не взорвался он в доме, а вот опять туда в речку. Это тоже пришел. Который дом около церкви был. Да. А ваш дом был, значит, и у кладбища, и у церкви, и там, да, да, и в больнице. И священники там жили раньше, да? Он в речке падает, потому что в речку они речку не освещали, потому что она в речку. Наверное. Падает. А дом номер какой у вас там? Дом 5, квартира 5. Тоже 5? 5 а 5, улица, да, какая-то? Набережная реки Волковки. А-а-а. Это, ну, Волковка там, и кладбище Волковское, там все Волковское. А это будет голодный? Там 3-й год наступил, когда я немножко повзрослел, то я ходил в магазин. Но обстрелы еще продолжались. Ага. Ну, когда обстрела нет, мне говорят, видишь, бегай там за хлебом. Я побежал, прибегаю, хлеба взял, несу, вдруг слышу снаряды над головой. И снова один за другим. Я думаю, ну что? А мне говорили, что если снаряд гудит, то это он уже пролетает мимо тебя. А-а-а. А если до тебя летит, он ничего, ты его не услышишь. Ты еще не слышишь звук. Да. Поэтому я побежал спокойно. А второй раз, не второй, ну да, второй раз такой был случай. Я со школы уже шел, в школу стал ходить. И, значит, иду со школы, вот это самое, у карбюраторного завода. А, даже садик, ёлка-палка, это еще садик был. Я был самостоятельный очень. Вот. И подхожу к остановке трамвайной и смотрю, женщина лежит. Понимаешь? Убитая. Ага. Ну, взрыв какой-то был в этом месте. Я испугался, побежал в Волкову деревню в другую сторону. Вот. Ну, в общем, таких случаев было много. И когда в садик я ходил, значит, у карбюраторного завода, окна наши выходили в сторону карбюраторного завода. И вот, значит, начинается от обстрел. Нас водить некуда водить. Там подвалов нет, бейсментов нет. Мы сидим на месте. А я сижу у окна, вот так сижу. Вдруг смотрю и смотрю на домик, вот с проходной там, такой домик двухэтажный, желтенький. Смотрю, облако пыли. А потом взрыв. Бух! И стекла на меня посыпались. Скосило. Ага, чуть стеклами не порезало его. Да. Все как заорут, дети, как побегут к двери, дверь в углу там. Все, ну все, побегали, покричали, потом, значит, перешли в другую комнату, где стекла были целые. Вот. А там, в другой комнате, с той стороны, значит, это значит с востока, а там западная. А там тоже бум-бум. Смотрят, да, сначала облако огня, а потом, значит, взрыв, бум-бум. Это, говорят, это наша Андрюша работает, Андрюша, то есть это Катюша, Андрюша. А, Катюша, понимаешь? Есть, это да. Такая машина. Это тяжелая артиллерия. В общем, такая, как это называется? Дальнобойная пушка. Артиллерия. Пушка такая. Дальнобойная артиллерия. То есть вот эти, та артиллерия, которая вот стреляла по карбюраторному, ее надо было погасить, понимаешь, разбомбить. Вот. И вот это вот была вот тяжелая артиллерия предназначена. Она стояла за железнодорожной насыпью, ее не видно было. Только оттуда огонь, жив такой столб огня и звук очень сильный. А тетя Зина пошла в конце войны или она? Ну вообще не в начале. Не в начале. 43-й, 44-й. Я тебе рассказывал, я Зина спрашивала, Зина, а как ты до Берлина дошла? Она говорит, мы шли обозом. Мы не шли на поезде, не ехали, мы шли обозом. Я говорю, так обозом идти надо же останавливаться где-то. И спать надо где-то, и зимой. Она говорит, да, мы шли зимой. Я говорю, а где вы спали? А она говорит, сначала разжигаем костер. Потом там появляются угли. Вот после костра угли. А потом бросают палатки, вот эти плащ-палатки эти, на эти угли, и мы все ложимся на эти вот, и спим прямо на этом костре, чтобы согреться, потому что зима, снег, холод. На костре?
вот так было. Ну, в общем, это времена были очень тяжелые. Если бы... Да, была Поля у нас святой человек. Она, ну, в самом начале войны, когда было очень тяжело, все закрывалось. Света не было, дров не было, больницы не работали, ничего. И она, сидели все дома. Как сейчас. Да. Ну, сейчас вообще-то легче, чем там. Конечно. И вот, а потом потихонечку там стали привозить раненых, там еще внутри больницы, еще такое одно здание было для военных. И когда стали привозить военных, то церковь, то есть это самое, больница открылась, и мама стала работать там. Вот. И когда больные, значит, тяжелые, там всякие бывают, у них вот дадут ему кусочек хлеба, он поест, а дальше он не может есть, оставляет. Она собирала вот эти все кусочки, собирала, сушила их и собрала вот такой мешочек, понимаешь, вот такой мешочек. И потом, когда ей стало известно, что наши родственники, которые живут на Петроградской стороне, помирают с голоду. Угу. Вот, она взяла саночку и Зину взяла. И саночки взяли. Приехали туда, там все лежат. А это так далеко, это Петроградская очень далеко от нас. Да. Где мы жили? Да. Я там жила. Люся моя ровесница, ну, они ее забрали с собой. Люся Попова, ты же знаешь. Угу. Положили в больницу, кормили ее там. Угу. На санках, вот, наверное, привезли ее. Вера Пантелеевна еще устроили на работу в больницу. Угу. Этот папа их, конечно, умер. Это тоже Пресняковая. Это и вот она привезла этот мешочек сухарей. Папа, было много братьев еще. Вот это все были в России. А сколько, не помните? И вот эти сухари их спасли, понимаешь?